Бошикенский удар, Бошикен, ударная поверхность, коготь дракона, зуб дракона. Значит, ударная поверхность большого пальца сустава. Хочу показать способы, варианты нанесения удара, точки попадания, куда наносится удар, и способы в разных вариациях. В основном в Уэйчирю применяется наравне с блоком Вауки, выполняется удар Бошикен. Значит, базовая форма Вауки и удар Бошикен в две точки на теле. Я хочу показать вам способы нанесения удара. Удар наносится вот таким образом, предплечье прямо, и здесь удар наносится прямо. Удар наносится и этой костяшкой фаланги, и этой. То есть в разные области разные точки нанесения удара. Сейчас мы покажем способы нанесения и точки, куда наносится удар Бошикен. Удар Бошикен, основное оружие Уэйчирю, наносится, значит, точкой попадания. Это, значит, голова, тело и нижняя часть, суставы, ударная мышца удара и пах. Значит, суставы, вот область лимфоузлов, пах и то есть вот это все точки попадания удара Бошикен. Сама стойка хиратэка мая уже подразумевает, что руки готовы для нанесения удара Бошикен. Мы стоим хиратэком, базовая позиция стиля Уэйчирю, базовая позиция. Сама подразумевает, что я уже наношу удар, готов нанести удар Бошикен. Да? Стоя с партнером, да. Мы всегда готовы нанести удар Бошикен. Да, хватает. Или так. Значит, базовая форма. Партнер наносит правую руку удар, я выполняю Вауки. Наношу удар Бошикен по восходящей линии, немножко по дуге. Наношу область горла, область сонной артерии, горло. Область еремной впадины или КДК. Сюда, по центру. Область подбородка. Таким образом. Да. Чтобы остановить атаку соперника, голову запрокидывайте назад. В область нижней челюсти, в область переноса. Следующий вариант нанесения ударов. Значит, партнер наносит маваши геридзюда. Маваши геридзюда. Я наношу одновременно с блоком, когда блоком добавил. Бошикен на лицо. Бошикен на лицо. Следующий вариант. Дзюки. Партнер наносит дзюки правой. Вауки. Два удара наносится. Одна в область ребер, плавающих ребер. Область печени. Вторая часть в область точки над левым соском, в области вот мягкой части. Также двойной удар вместе наносится Бошикен. Еще раз. Еще. Пах здесь. Также удар наносится Шумангири. Шумангири. Также удар наносится как атакующее движение вперед, сюда, Бошикен. Видите? Бошикен, пах. И следующее движение на партнер наносит правой руку. Сюда также в область шеи, в область ребер, сюда. И в область мягкой части, вот сюда, тела. И как останавливающее движение, когда партнер как базовая форма, начало как. Мы
либо показывают, что делают мышцы, да, можно как вариант бошки. Как вариант бошки останавливать, да, захват.